Нет, только не лед, он холодный. Робиток, Робиток, посмотри, видишь пупырышки? Подумаешь, гусиная кожа уже прошло. Робиток, откуда берется гусиная кожа? Сейчас узнаешь, идем. Оригинальная концепция когтей. Адаптация Лоренса Диаса и Стефана Карра. Режиссер Жан-Люк Франсуа. Путешествие Адибу. Как устроен человек? Почему появляется гусиная кожа? Ну вот, мы летим над кожей. Когда тебе становится холодно, мелкие подкожные мышцы начинают согревать тебя, работая как маленькие радиаторы. Но в результате возникает гусиная кожа. О нет, Бузи, не волнуйся, ты не станешь гусем. А давайте пойдем поймаем гусака. Внешняя поверхность кожи называется эпидермис. Бузи, ты нас достал. Куда делась моя нога? Сейчас принесу. Сюда, нога, сюда. Мы ее найдем, Робиток, не волнуйся. Я уверен, она улетела сюда. В чем дело? Я ничего не вижу. Волоски поднимаются, когда сокращают специальные мышцы. Какие мышцы? Мышцы-эректоры. Они есть у основания каждого волоска. А пол теплый. Это нормально. Мышцы сокращаются, борясь с охлаждением. Кожа согревается. Они работают как радиаторы, но при этом возникают пупырышки. Как на гусиной коже. Эй, осторожней, Бузи. Осторожней, Бузи. Спокойней. Не останавливайся, мы не можем бросить Адибу. Адибу, все в порядке? Да, в порядке. Значит, это мышца эректор. Именно. Она сокращается, как, скажем, твой бицепс. При этом вырабатывается тепло и возникает пупырышек. Что? Бузи! Еще рано ложиться спать. Нужно вернуться домой. У меня опять появились пупырышки. Ужасно похолодало, пора домой, пока наш гусь совсем не замерз. Все, возвращаемся на корабль. В чем дело, Робиток? Мои контуры. На кожу надевают одежду, чтобы спастись от холода. Как я понимаю, тепла, производимого при поднятии волосков, недостаточно. Вот для чего мы и носим одежду. Да, одежда даст телу нужную защиту. Но мы можем застрять надолго. А типа, улетаем скорее. Да, мы едва не попались. Летим назад, на Селесту! Скажи, почему собаки не носят одежду? Животных защищает от холода густая шерсть. Она сохраняет столько тепла, что одежда им не нужна. Ты все понял? Бузи, даже если ты залаешь, это все равно тебя не согреет никогда. Теперь ты понял, откуда берется гусиная кожа? Да, она появляется, когда холодно. Мышцы у корней волосков сокращаются, чтобы я согрелся. И возникают пупырышки, словно на гусиной коже. Пока!